Добрый день, уважаемые друзья. Сейчас мы такую немножечко необычную тему затронем. Вы знаете, что я в своих статьях писал, что армлифтинг, то есть упражнения на силу хвата, у нас могут в разных случаях использоваться. Ну и как отдельный вид спорта, достаточно популярный, соревнования проводятся во всем мире, вы знаете. И как специальная физическая подготовка для других видов спорта, в частности для борцов, для бойцов, для альпинистов и скалолазов. То есть они специально тренируют хват. Ну и также мы потихонечку начинаем внедрять армлифтинг для выступления пара спортсменов. У нас, в частности, вот на «Золотом тигре» уже несколько спортсменов-паралимпийцев выступают в соревнованиях на силу хвата. Ну и вот мы затронем такой необычный момент, как реабилитация после инсультов. Я сразу хочу сказать, что я совсем не врач и всегда об этом предупреждаю тех, кто у меня спрашивает того или другого совета. Но я стараюсь свой опыт спортивный, если он оказывается полезным, ну, каким-то образом переносить, если человеку это может чем-то помочь. Но вот так получилось, что один из моих товарищей по спорту, Алексей, ну, волею судьбы, получилось, что всю жизнь человек занимался, тренировался, ну и одновременно работал достаточно тяжело, там достаточно большой бизнес имел. И вот его не миновало. А вот эта вот судьба, и получил он инсульт. И вот сейчас он восстанавливается. Уже, конечно, очень большого прогресса достиг. Вот. Несмотря на то, что изначально вообще шансов на то, что он выживет, практически не было. Ну вот мы обсуждали и решили вот наш этот вид спорта, в частности, о том, что мелкая моторика рук, она очень серьезно связана с мозговой деятельностью. Это вам любой серьезный врач может про это рассказать. Вот. И мы сейчас пробуем, во всяком случае, наши методики, наши возможности и наши снаряды использовать вот для реабилитации, и мы будем смотреть, что получится вот в этом случае. Ну, пока сейчас Алексей закончит и скажет пару слов, там вообще, что думаешь вообще по ощущениям? Ты добровольно, в принципе, согласился быть подопытным кроликом, да. Я надеюсь, что эти упражнения как раз оживят мышцы левой стороны, внутренние, которые до сих пор как-то не проснулись еще. То есть я ими шевелить могу, но я руку не чувствую. И, естественно, там силы на ней нет. И вот благодаря этим упражнениям, ну, я очень надеюсь, что будет реальный прогресс. Потому что я 3 года занимаюсь по стандартным методикам, по силовым. В принципе, сила возвращается, но чувствительность не возвращается. Вот при помощи именно армлифтинга я надеюсь вернуть к себе чувствительность. Вот. Ну и мы будем постепенно время от времени снимать ролики и смотреть вот за прогрессом и знакомить с теми упражнениями, которые, на наш взгляд, мы, может быть, чисто интуитивно будем подбирать. Ну что, успехов, удачи. Ну и, ребята, не отчаивайтесь, кого такая ситуация постигла. Восстанавливаются люди. Чему можно научиться заново?